Осенняя посадка, ну, все люди не просто садят, они нас учат. Вот смотрите, чем они учат. Внимание! Подготовительный этап. У меня, ну, бы ничего, но дело в том, что я же мало не дурак. Вот. Мне бросилось в глаза, что они где-то взяли саженец искалеченный. Такой саженец надо выбросить, да? А они его используют как учебный снимок. Тогда я подумал, вы, наверное, вообще ничего не соображаете, разберете такой. Тогда, думаю, это не ваш снимок. Тогда просто один из примеров, когда дураков это, как там дальше-то, лоб чеши. Вот я сделал крупный план, видите? Это с этого, с фильма. Теперь согласны, что это урод, калека? Нет еще, не согласны? Тогда я сказал себе, нажму-ка я, похоже, в Яндексе. Внимание. Вот, сейчас я пропущу вот эти два снимка. Смотрите. Короче говоря. Короче, когда-то один невежа взял абсолютно больное дерево, абсолютно, которое надо сразу выбрасывать, использовал его для фотографии, а потом все, кому не лень, берут, нажимают копировать. Да? Вот. И получается целый фильм, вот он, с уродом. Вот это и есть современная, значит, наука. Вот. Ладно. И сколько до сих пор фильмов по посадке? Ну, хоть бы один вот так сделал. Вот так, смотрите. Вот это. Это обязательно непременнейшее условие приживаемости и дальнейшего нормального развития. Несмотря на то, что ком земли великолепный, несмотря на то, что все-таки, конечно, это груша и центральный корень обрублен, это понятно. Вот. Тут наверняка полметра обрублено, мной же. Вот. Но даже такой саженец намного больнее, жизнь у него будет короче, вредителей больше. Вот. И главное, болезней больше. И противостоять будет морозам слабее, чем вот это вот. Хотя и этот хорош. Вот это вот надо знать. А тут посмотрел я, посмотрел этот фильм и понял. 1001 фильм и опять ни малейшего понятия, что такое предпосадочная подготовка.